Сударь, вы передернул! Кто я? Вы шулер! Дэнни, Алексей, кто тут живет? Но живут нынче немного. В четвертом старый барин, на сегодня уж на выезде. Это я, кто еще? Еще твой господь. Кто? Ну так все, господа. Играюсь. Вот уж 6 очей сразу играется. Там еще будет. Похоже, 6 благодарился. Куда барин? Да, теперь я из Вязани. Помещик? Барин наш иностранец. Да ну, француз нет. Играет? Molto lavoro davanti a noi. Да, не желаете ли покушать чего? Да, накроем 4 персоны в зале. Икра, семга, вино. Бабене, стой! Цыган, петь. Хорошо? Цыган. Салюте! Салюте! Да. Бене! 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 Скажи откровенно, там в Европах нас русских небось за дураков держат, да? Ну признайся. Могу он думать, почему? Не понимаешь, я спешу. Да нас самих в Нижнем ждут. В Нижнем? Городок такой, ярмарка там. Лукин, сядем в приличном месте. Где? Какой терпи в России. Дурак на каждом шагу, сам в руки прет. Погляй первый. Пошутил. Нам сюда. Ать! 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 Немец проиграл. Итальянец тоже. А гусар выиграл. Оба продали. Я говорю всем. О! Лопнул гусар. Он нас считает жульем, не понимая, что иной игрок может быть честнейший человек. Это правда. Я знал одного. Он был склонен и к крапу, и к передержкам. Но нищему последнюю копейку отдаст. Натурально последнюю. Это даже принцип. Я, почему, например, проиграть? Можно же и выиграть. А? Ты кого заплетаешь, свин рогатый? Ты кого на дуру берешь? Да что этого саратовских развелось, плюнуть негде. Не, что в России места для всех мало. Прости, Господи. А ты, брат, молодец! На русского становишься похож! Вспомнил. Какими точно? У дурачка играть? Так. Согласен. Как? Позвольте, у вас же было... Короли в колоде были. Эй, казачай. Как вас понять? Да просто, без церемоний.